Дружный, слаженный коллектив, благодарные пациенты, большие возможности для профессионального роста. Что еще нужно для плодотворной работы, считает молодой врач Юлия Добровольских. Первый опыт работы получила еще на Кемеровской станции скорой медицинской помощи, когда была студенткой медакадемии. Юлия Ленинск-Кузнечанка. Теперь полученные в ВУЗе знания молодой врач применяет на практике в родном городе. В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров девушка трудится уже 3 года. Врачом хотела стать с самого детства. Вот, мама больше подтолкнула к этому выбору. Вот, как после школы просто пошла поступать в мед, в наш Кемеровский, академия еще тогда была. Вот, и закончила там 6 лет, потом поступила в Новокузнецкий институт совершенствования врачей. Там прошла ординатуру в течение 2 лет по специальности акушер-гинеколог. Акушер-гинеколог считается узкой специальностью, а потому такие кадры в учреждениях здравоохранения, можно сказать, на вес золота. Молодые специалисты очень ответственные, помогают, советуются друг с другом, получают положительные отзывы от благодарных пациентов. Очень хорошее впечатление, я вот 2-й раз сюда попадаю, то есть такой ход бережный. Ну вот я вот смотрю, девчонок очень много молодых, девчонки молодцы, а молодые они, говорю, конечно, нужен опыт, а опыт приходит с годами, но я думаю, что все впереди, что все у девчонок будет хорошо, и они справляются со своей работой с нами, с такими трудными пациентами. Самое главное – это стрессоустойчивость должна быть у любого человека в нашей работе. Вот. Ну и просто относиться к пациентам как к своим каким-то людям, которые вот только они есть, ничего главнее в жизни. Алина Петрова закончила Кемеровский медицинский университет. Также прошла ординатуру по акушерству и гинекологии. Имеет сертификат по детской гинекологии. В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров работает всего год, но уже получает хорошие отзывы от пациентов и старших коллег. Для работы молодых специалистов в отделении созданы все необходимые условия, в том числе и для профессионального роста. Тут очень большая область, где можно развиваться, и каждый раз, получается, очень безгранично повышать свою квалификацию. Опыт, он и небольшой, хотя, но знания, они актуальны, и вполне себе хорошо мы работаем. У нас пациенты выздоравливают, я сама довольна результатом. Каждый день у нас учеба, каждый день учимся чему-то новому. В свободное время Алина Петрова посещает тренажерный зал и занимается бисероплетением. Творчество очень успокаивает и настраивает на волну позитива. А еще молодой врач активно ведет общественную жизнь. Является председателем молодежного правкома Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. В этом и заключаются главные качества молодого поколения врачей. Активность, отзывчивость, оптимизм и стремление посвятить свою жизнь любимой профессии. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.